Любое дело надо начать с теории, поэтому в этом нам поможет Евгений, педагог дополнительного образования. Доброе утро. Доброе утро. Евгений, что на столе? Что из этого мне сегодня пригодится, что не пригодится? Расскажите. Ну, сегодня вам пригодится, так как у нас занятия будут проходить в основном на улице и максимально будут у нас к боевым действиям приближены. Угу. То есть у вас сегодня будет это армейская стальная каска. Так. Которая до сих пор стоит на вооружении. Она образца у нас, конечно, Великой Отечественной войны, но до сих пор стоит на вооружении. Дальше у нас стоит бронежилет, который вы сегодня будете использовать. Вы в меня будете сегодня стрелять? Нет, сегодня я вас не буду стрелять. Я просто ради интереса спросил. Сегодня будете стрелять вы. По технике безопасности на вас должен быть одет бронежилет и каска. Угу. Дальше также на вас будет одет разгрузочный костюм, где у нас будут находиться магазины, снаряженные патронами. Отлично. Чтобы вы могли быстро менять. Дальше. Форма одежды, соответственно, у вас должна быть, как в армии, камуфлированная. Ну что, переодеваемся и поехали? Да, можно одеваться. Скажи мне, из чего мы будем стрелять сегодня? Мы сегодня будем с вами производить стрельбу. Это холостой патрон. Точнее, светозвуковой, то есть у него нет никакой начинки, как у холостого патрона. Соответственно, у холостого патрона идет наконечник белого цвета, пластиковый. Угу. Здесь у нас нет такого. Будет эффектно? Будет эффектно. На исходный рубеж Агамар. Стрельбе готов? Бою! Испытания для меня, я около скалодрома. Вкратце объяснили, что надо делать. Я ничего не запомнил, но походу разберемся. А пальцы-то уже не чувствуют. Дубль 2. Если не получится, все, в армии меня не ждут. Может, это и к лучшему. Все, я походу дальше-то и не смогу подняться. Мы в комнате отдыха. Вот это моя кровать, да? Да, это ваша кровать. Отлично. Ни разу не застевал по-армейски, но очень много ездил на поездах. Я думаю, не сильно отличается. Я попробую, потом укажешь на ошибки мои. Я все время что-то слышал про кантики, про какие-то выравнивания. Сейчас думаю... А куда я девать-то? Я считаю, что все. Судя по твоим глазам, нет. В принципе, начиналось все правильно, но немножко не так. Я сейчас покажу, устраню ваши ошибки. Здесь нужно оставлять расстояние в ногах. Ага, то есть не на полную длину натягивать. Да, да, да. А это для чего? Для гигиены. Человек, когда приходит в армию, его инструктируют, как это делать? Да, конечно. То есть полностью проводятся занятия. Первые 3 дня это дается на акклиматизацию. Для того, чтобы вот объяснить, как заправлять кровать, где ты живешь, как расположена тумбочка и все остальное. Жить, сегодня меня страховал, указывал мне на ошибки и не ругался. Давай я за тобой поухаживаю. Сейчас самая приятная, наверное, часть – это обед. Супчика нальем. Скажи мне, в армии реально вот так кормят? В армии, да, конечно. То есть также есть первое, также есть второе, есть салат. Даже есть салаты сейчас на выбор. То есть... Шведский стол своего рода. Конечно, да, то есть как бы есть полностью все так же. Хлебушек ты можешь сколько угодно сам брать, не так, как раньше тебе выдали булку хлеба на взвод 30 человек.
То есть сколько захотел, столько взял. Но есть можно только в столовой по-прежнему. Да, только в столовой можно кушать, но на территории воинской части как бы есть свой магазин небольшой, чайная называется, то есть можно еще и там кушать. Ну что, давай подытожим. Как я тебе сегодня, как новобранец? Ну, как новобранец, как бы даже больше, чем, я бы сказал, среднее. Есть еще порох в пороховницах? Конечно, как бы результат был достаточно неплохой. Ну, как бы бывало и хуже.